Доброго времени суток всем, с вами снова Билли. И мы продолжаем проходить Horizon Zero Dawn. И сейчас я хочу немножко тут пооткрывать кое-какие вещички. Сегодня, думаю, мы... Ну, тут костер откроем. Металлический цветок вот этот заберем. Затем мы вот сюда отправимся на обзорную точку. Может быть, вот тут еще костры откроем. И пойдем, наверное, в котел. Вот. Как-то так, я думаю, мы поступим. Ну, сейчас посмотрим. Периодически планы бывают, корректируются, в зависимости от того, что мне открывается. Но вроде бы не планирую я ничего корректировать. Главное не напороться, блядь, на буревестника. Они тут летают вместе с этими... коршунами или стервятниками. О, все, открылся костер. Найс. Найс. Отправляемся теперь. А, блять, там еще костер. Ну ладно, пойдемте его еще откроем. Бля, ну он высоко, конечно. Похоже, это как-то... Как-то вот там справа надо залазить, нет? А, нет, тут есть дорожка. Идем по дороге. Правда, сейчас они сагрятся, походу. Не, ну, в принципе, если нагнуться, то не... А, нет, сагрились. Нагнуться не спасло. Пригнись и не шуми. А, легко сказать. Они сейчас льдом начнут меня бомбардировать. Суки. Суки! Давит по мне ведь. Блять, а у меня хилок нет. Надо как-то с ними справляться. Чё у меня тут? Не пиздануться бы отсюда. Так, ну костер я открыл, а вот тут я хуй знает, чё мне надо. Блять, не увернулся. Я еще, тебе холодно еще, я понял. То есть само по себе не холодно, только когда вот они хуйней своей попадут. Ладно. А что тут вообще есть? Что тут интересного? Почему тут вообще... Ну, вы поняли. Может быть, тут есть какой-то секретик? Сейчас Коля пизданется нахуй. Вот и весь секрет. Вот и весь секрет. Живи 100 лет, Хакуна Матата. Ну вот за это вроде зацепиться можно, да? Ну так пойдем зацепимся, посмотрим, куда это ведет штука. Опа, замедление. Слушайте, куда-то идем. Куда только вот хуй знает. Еще замедление. Бля, я что-то даже не планировал туда. Ну да ладно. И что мы тут найдем? Шиномонтажку какую-то, наверное, да? Все-таки суровые зимние условия. Металлические осколки. Бля, ну если честно, не такую хуйню я ожидал. Ну да ладно. Что, туда можно пройти куда-то? Нет? Наверное, это все тут. Хотя вот в водичку можно прыгнуть. А дальше что? Вы пришли к зоне. Так, можно пойти по-другому, я так понимаю. По другой стене. Это придет другое место какое-то? Или просто еще один способ вернуться? А, ну вообще хуй знает. Залез вот я. Залез выше, чем был. Ага. А, ну тут тропинка, она как бы ясна. Блять.
Ля, прикольно тут. Вообще бы мне вот туда смотаться. А есть ли тут что-то? Давайте мы ее тоже посмотрим, заценим. Тут я понял уже, что это зона обитания петуша. Сражаться с ними не хочу. Не хочу и сам первый удар. Вообще, судя по всему, тут спуск какой-то. Да, вот только спуск. Там вот тоже есть список. Я тут список. Список. Джеронимо! Ну все, мы благополучно съебались. Съебанились. Ладно. Хотел что-нибудь, блядь, умное высрать. О, блядь. Стой, куда, курва, матка, ямба. Не падай, ты еще игру не прошла. Сперва мы все тут закончим, потом будешь падать. Ты шо, мать? Ты еще там в Forbidden West потом этот бодипозитив, всю хуйню там мутить. Она же это, блядь. Почему-то разрабы решили в следующей части, что она должна резко набрать вес. Мода делы на самом деле и в этой части выпускали темы, где она жируха. Ну, не то чтобы я прям какой-то хейтер жирных, нет, просто... Ну, типа, учитывая современные веяния и влияние с различных субкультур, как бы ты его порой видишь даже там, где не хочешь. Даже там, где его как бы нет, этого влияния, ты ненарочно такой думаешь, блин, ну почему она была вот тут вот. Ну, здесь она типа не худая, не это, не жирная, обычная девушка. А в следующей части она такая, ну, я же типа без парня. Зачем мне быть красивой? Я стану жирной. Как бы, учитывая бодипозитив и прочее, думаешь, ну блин, походу это повлияло. Надеюсь, что ничего тут не влияет на это. Ой, этих мне бы обойти как-то. Хотя мне как раз таки через них надо пройти. Лентороги. Слушайте. Лентороги. На них можно путешествовать? Не, ну лентороги-то ясно скажут, что нет. Мы для этого не предназначены. Интересно. А, скорее всего, нет. Обычные животноподобные сучары. Блять, кто-то загрелся на меня. Бахилочки какие-то. А, это лиходей. А, лиходей. Вот. Отстань. Членодей. Пошел нахуй. Второго еще привел. Я же столько раз ударил, я думал, это его с ног скинет. Ладно, пошли вы нахуй, я не хочу на вас время тратить. Ладно, вы еще с них что-то полезное падало, я как-то меня это усиливало. Ну, был бы смысл, знаете, прям гриндить. Ну, хотя есть смысл гриндить в том плане, что мне за них опыт дают. И как бы я прокачиваю навыки. Ебать, тут разных вообще их полно. Чё я попадать вообще сегодня буду? Так, ну этого я кокнул. Кокни. Это тоже что-то плюхнулся. Ты чё разлёгся? Там полезного, но ну, осколки забираем, провода, да, все забираем.
Так, тут что забираем? Ну давай все заберем. Ладно. Так, ну, во всяком случае, я узнал, что бывают различные тайные тропы. Все-таки я поднялся туда вот и увидел тайную тропу. Так что, maybe там, где я полчаса тогда въебал, может, там тоже была тайная тропа? А че музыка такая заиграла? Как будто меня кто-то преследует. Вообще, есть тут кое-кто, с кем бы не хотелось пересекаться? О, хилка. Шу-шуть, похилимся. Так, а это что у нас? Лекарства. Берем. Лекарства нам очень нужны. Это что? Это тоже лекарство. Тоже берем. Почему? Потому что лекарства нам очень нужны. Вообще не хватает какой-то регенерации хитпоинтов. Хотя бы, ну, немножко. Типа, ну вот я хожу, у меня 33 хп. Почему они не регенятся вообще никак? Типа, блядь, а ты чего? Я что-то запиздел. Я вообще за цветком пришел. Блядь, кого ебет, зачем ты пришел, да? Правильно я понимаю, да? Ебать, как больно. Да пиздец, ты рофлишь? Ты рофлишь так, эй. Надо сломать ему эту хуйню. Блять, я не попадаю. Здесь он геморройный. Так, а чё? Где цветок-то мне искать? Блять, нигде, походу. Давай побазарим с тобой. Побазарили. Воду вроде она не достала меня в воде. Блять. Как же неудобно тут с ним сражаться. Бля, не попадаю. Последняя хилка. Ебать, ебать, ебать. Да как? Он что, наперед кидает или что? О, нашел. Найс. Пиздуем отсюда, пиздуем, пиздуем, пиздуем. Нахуй этого буревестника. Нахуй его вертел. Хотя скорее он и нет. Но это не важно. На-на. Блять. И реально сломать бы ему эту. Блять, не попадаю. Да блять, да как? Пиздец, он еще и харкнул меня воздухом заряженным. Да как в тебя попадать? Пиздуем отсюда, пиздуем! Бля, ему с виду не очень-то и... Интересно! Блять, что за странный спуск? Что, ты меня дожрать там решил? Бля, очень странный спуск, ты спускаешься, а потом... Идти некуда, ты просто должен пиздануться. Ой, что там? А, с вашей карты списаны деньги. Обожаю такие смски. Так, ну, мне же засчитало эту хуйню. Да, засчитало. Все, больше никуда идти не надо. Тогда мы идем вот сюда. Вот к этому костру и вот туда сейчас пойдем.
Вообще надо бы еще и хилом запастись, прям пиздец как надо. Потому что проблемы есть некие. У меня абсолютно нет вообще хила. Бог поможет. Как говорится. На помощь, помогите. Ну да, блядь. Мне бы кто помог. Давайте, наберете. О, кабаны, блядь. А ну-ка, стоп. Кто там орёт? А чего вас тут так много? Забираем, забираем. Еще хилчис, хилчанис. Смотри, мы... А, я же должен был сюда прийти. По квесту, потому, если бы не мейн сюжет. Они какие-то красные. И чё, блядь, красные? Как вообще попадать куда-то? Я что-то разучился, блядь, попадать. Это может и не умел. Блядь, надо попадать в центр. Надь, конечно, в центр попал. Так, ну этот сдох. На, попал, нормас. Теперь надо прямо вот туда выстрелить. Да блять, как это, сука, сложно. Ебал я на стиках эти, блять, лучницами играть этими ебаными. Ну это реально, ну это трэш. Конечно, есть автонаводка небольшая, но она настолько... Так, попадай. Причем тут не работает баллистика. Типа, ты не можешь стрелять куда-то наперед. Как правило, это нихуя не работает. Бля, как меня вы нахуй бесите. Почему нету чего-то более простого для сражений в воздухе? Прячешь от меня яичко свое. Не то чтобы мне пиздец оно надо. На! На! А ну, не выебывайся. Попасть, попасть, попасть! Ну ладно, он топ. Вот, вроде попадаем. Попадаем, попадаем. Попал. Ой, туда стреляю. Думал, в этого попаду. А что я делаю? Они же огнем, кстати, охуенно убивались. В них и NPC стреляют огнем. Вот поджог. Поджог. Попал. Подбил. Так, еще был один. Ты где, ёбаный в рот? На-на. Всё. Блять, все боеприпасы кончились. Разом просто. Так,
А это что за смоляной рог? Ты один, нас много. Да сдохни ты уже. Все, что ли? Что заставило Коршунов напасть? Надо поговорить с ним. Защити старосту. Эй! Эй, староста! Заодно хилок сейчас у торговца куплю. То это невыносимо. Это не война, а Сима. Сима. Блять, а куда я иду-то? Куда-то наверх надо? Наверное, вот сюда куда-то надо, да? Да? Как же это случилось? Странник Азирам. Азерит. Давайте сохранимся. А где староста? Спасибо. А где кто? Мы измотаны. Это уже третья стая за сегодня. А, поблагодарили? Нихуя себе! Реально поблагодарили? Ну, в этой игре я такое впервые. Блять. Так, собственно, берем все. Это пиздец как пригодится, я тебе так скажу. Куда идти? Вроде в городе он. А что непонятно, куда идти тогда? Это не сюда. А, как не сюда? Сюда, походу. А к тебе только, блядь, так можно попасть, да? Чистые жители, почему вы ко мне не приходите? Я староста. Прилетела к нам на Радуге и спасла наши шкуры. А откуда ты? На Радуге? Я встретила Хакурта. Какой нахуй Радуге? Меня. Предатель! Я ему сказал, не ходи. Закую его в цепи. В смысле, почему? Что? Мой жёный, грязный, вонючий, паршивый брат... Почему меня не слушал? Почему? Он боялся, что тебя и всех остальных убьют. Ты не знаешь, что влечет сюда Коршунов? Походу, знает. А ты здесь кто? Я тут мэр. Был слишком пьян и не смог отказаться, когда брат предложил. Скажи мне, где он? Хоть похороню его, как только мы прогоним этих коршунов. Мэр. Он к югу отсюда. По реке. В смысле мэр? Это, блядь... Вот же дурак. Дикие мерзак. Племена. Какой у них мэр? Спасибо, что была с ним до конца. Он его ругает, но видно в словах, что он его любит. Тут никто не продавал приманки. Устройство, чтобы подманивать машины. Ты серьезно? Или это у Нора так шутят? Ну, видимо, нет. Ясно. Что могло здесь измениться? Может, вы лом разбросали? Нет. У Азирам все идет в дело. А вот Карха, те берут только красивенькое. Значит, Карха бросают здесь лом? Здесь? Нет. Увижу, что Карха разбазаривает лом. Поганец у меня этот лом сожрет. Тогда, блядь, тогда что тут может, блядь, здесь? Застава построена для защиты от Карха. А теперь они ходят сюда торговать. Ладно, пусть ходят, лишь бы платили. Но ведь они хотят захапать это место. По правде, они все хотят захапать. Но как они привлекли Коршунов? Они ли это? Если выдастся передышка, я пошлю кого-нибудь из людей по этому следу. И уверен, он приведет к этим подлым Карха. Давай я сама выясню, откуда тут Коршуны. Тебе не до того. Да, ты очень Правда? Занятой. Мне никто не предлагал помочь. Следы читать умеешь? Можно так сказать. Ну хорошо. Что найдешь, скажи. Зуб даю. За всем этим стоят Карха. Карха. Блять. Сука, больно. А, смотреть надо, смоляной утес.
могло произойти? Шаховат. Устройство испускает сигнал. Может, он и привлекает коршунов? Выключайся! Выключайся! Ну, здорово, пидорас. Что ты делаешь? Клянусь солнцем, не выключается! Это устройство приманивает коршунов. Выключи! Я? Как выключить, если я даже не знаю, как я его включил? Я его в старой мастерской нашел! Блять, серьезно? Чисто из-за этого на них коршуны нападают? Хотя бы вот так. Теперь выкладывай. Да, давайте расспросим. Говоришь, нашел это в мастерской? Да, я разбил лагерь в снегах Восточного хребта. И в мои лучшие годы этот подъем был бы непрост, но я затянул свой... Хватит, там были еще какие-нибудь устройства? Бля, это шутка слишком подобных я прежде очевидно. Не видел. И любопытное хранилище, которое сопротивлялось всем попыткам его открыть. Ведя поиски, я гадал, сколько еще секретов таит наш мир. Ой, блядь. Иди нахуй. Что там за мастерская? Опасно. Нужно посмотреть в мастерской, нет ли таких еще. Где она? На Восточном хребте. Возле моего лагеря. Но после того, как я спустил... Я нырнул в реку все... Ну, а я рискну. Бля, он что-то рассказывает, пиздец. Нахуй мне эта информация? Так, это мне туда? Ну не зря, значит, я туда ходил. Сейчас узнаем. А я сперва, блядь, туда сходил зачем-то. Ну, блин, видите, значит, не зря. Только вопрос, сюжет куда меня поведет? Поведет ли он меня по тем скрытым тропам? Значит, и мастерская где-то рядом. Надо только обойти завал. Так, мы не пойдем, что ли, по... Нет, не пойдем. Понял. Обойти завал, говоришь? Ну, блин, а я думал, это секретик. Ой, блядь, чуть не пизданулся. А чё, я пизданулся окончательно? Блин, конечно, грустно. Я уже в себя поверил. Оказывается, в игре есть скрытые места. Ага. 10 тысяч миллиардов мест. Ну твою мать, как это грустно. Лучше бы я, блядь, не делал этот сайд-квест. Думал бы хоть, что я скрытое что-то нашел. Сплошные розочарования. Так я вам скажу. У меня как у того, кто в поисках секретиков шныряет. Так, и чё мы? Обратно идем? Ну, видать, да. Фу, блядь, я думал пизданусь сейчас. Не хотелось бы опять заново лезть. Так, давай наверх. Ну, вверх. Теперь сюда, и вот мы все это говно обошли. Только вот куда чапать? А, ну ясно куда. Тут, кстати, больше врагов стало. Хубана. Роздебано. Бля, была же атака сверху. Почему я ей не воспользовался? Давай, спи. Спи крепко. Спи сладко. Надо найти и уничтожить устройство, тогда оно летит.
Вот как, да? Ушла, да? Вот она, приманка. Так по итогу-то где приманка тут? Кто приманка? Я приманка. Ёбаный буревестник, как меня бесит эти монстры. Эти мобы очень сильные. И летающие. И коршун один иногда проблемы приносит. А, убить все-таки буревестника надо, да? А здесь у меня не найдет же? Или как тут работает это? Ебать, как ты технично все исполнил. Найс. А, ну как долетело. Ой, по хвосту, нормально. Ты не хочешь на месте постоять? Нет, конечно, не обязательное условие. Ой-ой, жить в твоей голове. Блядь, да стой. На, прям туда ему. Прям по этому, по этой хуйне. Бомбами я его прям могу дамажить. Нормально. Попали. Только не сломал эту штуку. Армаз. На! Да хорош меня пулять, всякую хуйню. Но это мне не поможет сейчас. Где он? Нет! Пиздец, я себя добил этой бомбой? Походу, да. Бля. Сука! Сука! И что мне делать теперь с этим буревестником? Мне все заново надо делать? Что с квестом-то? С какого момента я? Я с костра сейчас начну? Что у меня по квесту? Обезвредьте приманки. Бля, да ну... Не варик. Может на как ебанат про... Да-да, так не получится, как ебанат.
Бля, ёбаный вот это вот. И сюда прям пизданулся. Неприятненько получилось. Ладно, заново сейчас. Я думаю, будет изи. Главное не пиздануться опять, а так изи. Давай назад, чел. Чел. Не попали. Понял. Понял. Все хорошо, только вот не попал. Умно? Но не уверен, что умно. Ну-ка я, пожалуй, реально вот сюда спрячусь. Сразу его оставлю без молний. Или нет? Или не оставлю? Да вернись. Все прощу. Ну или нет? Ебать. Опять надо в дом. Бля, открой нахуй, кто там? Это шо вообще за бомбежка? Давай сюда. Ой-ой-ой. Нет, это без шансов для меня. Чё? С лицом, сука. Да почему я не могу сломать этой твари? Ёбаный грудак. Так, там пиздануться можно. Надо уйти на тот берег. Тут я точно берег, блядь. Тут край. Берег. А, это бомбардировка опять. Найс, походу взорвал. Фух, а теперь мастерская, ну пиздец. Так, спираль урона, харсади хорошие эти. Забираем все. Мастерская, значит. Бля, если там будет какой-то сейчас чел, его надо уебать, я считаю. Фух, блядь, я думал, я сейчас прям окончательно пизданусь. Опять. Ну блин, ну сложности у меня в этой игре с камерой. Как вертеть камерой, когда вот сложно. А где мастерская-то? Я думал, там мастерская. Блять. Короче, маркер что-то тупит. Надо вот так осматривать. Ну, видимо, да. Пергамент, чернила заполнены, что-то там. Но тут нихуя что-то я не вижу. А вот что-то есть. Да, неизвестное устройство. Да понятно, что оно неизвестное.
неразборчивым прям. Даже устройство не может определить. А что я тут собрался осматривать в этой мастерской? Может быть, реально что-то там? Бля, непонятно. Непонятно, сука. Маркер вообще вот там куда-то указывает. Да? А, нет, маркер сейчас вот сюда все-таки указывает. Вот он говорит. Да, чё, почему я не могу этот квест? Активируем, давай. Вот, мастерская. Здесь есть непонятные чернила. Ну и на этом все, собственно, да? Вроде больше ничего не поддается изучению. Или есть что-то еще тут? Вроде нет. Ну а чё тогда выёбываешься? Ебучая игра. Тут нихуя нет. Осмотрите мастерскую. Ну а я что делаю? Честно, нихуя непонятно. Ну ладно. Какие-то иероглифы сверху есть. Блин, ну дверь максимально ничего не значит. А, надо прочитать, блять. Ой, ясно. Пора назад в смоляной утес. И все? О, господи, а я так долго тупил? Бля, ну там просто так... Эйбон, значит. Вот что там написано было, непонятный текст. Я подумал, ну раз непонятный, значит она его не прочитает. Оказывается, это работает слегка не так. Так, ладно, ладно, давайте поговорим с этим. Скажи, что все уже закончилось. Да, все хорошо. Не переживай, тетя. Все хорошо. Так, где надо залезть-то к этому? Пиздольеру. А, вот здесь. Так понимаю, мы сейчас тут заканчиваем квестик с ним. Могу тебя обрадовать, я нашла и разбила еще одну приманку. Думаю, последнюю. Ну, гнев и пламя, девочка, ты нас всех спасла. Но откуда знаешь, что она последняя? Мастерская, где я ее нашла, заброшена. Не бойтесь. Хорошо. Все мои ребята пожали бы тебе руку. И мой брат тоже. От имени всего Смоляного утеса благодарю тебя. То есть это просто благодарность от всего Смоляного утеса. Опыт и коробка с необыкновенной наградой. Ну, как обычно, щедрая награда. Так, у нас есть три навыка, что мы качаем. Двойной выстрел, боевой перехват, ремонт ездовой машины, ремонт машины, вызов машины. Сильная атака. Давай вот это возьмем лучше. Хоть драться сможем нормально. И еще надо что? Пооткрывать всю хуйню.
откроем, все заберем. Все? Все-все. Этого мне надолго хватит. А это да. Так, и шо, теперь мы идем вот к этому костру. Бля, честно, некоторые моменты в игре меня прям жутко бесят. Особенно вот эта камера и прочее дерьмо. Так вот. Короче, не знаю, успею ли я сегодня котел. Хотя, в принципе, как это не успею. Должен вроде успевать. Отправляемся к обзорной точке. Если даже не успею, то просто сделаю потом видосик чуть дольше. Думаю, те, кто смотрит мои видео, уже примерно понимают, что... Ну, и вообще в курсе, что у меня видосы порой длятся довольно-таки дохуя, кек. Ну, посмотрим. Так, нам дальше, нам дальше. Нам надо шушуть подальше. Я не сторонник того, чтобы видео длилось долго. Возможно, в будущем начну подрезать их немного, монтировать как-то. Но сейчас я оставляю весь игровой контент в видео. Не меняю ничего. И быть может, я не прав, не знаю. Не знаю. Пока что менять ничего не понятно. Но в будущем пересмотрю. Этот плейлист по Horizon точно менять не буду. Так, главное сейчас не опиздюлиться от этих коршунов. Там коршуны, блядь, эти. Атака клонов. Что-то выстрелы каких-то бластеров. Блин, тут бизонов, конечно, конкретно много. Они еще выглядят так максимально угрожающе. А что происходит? А, там война какая-то. Ебать. Че, кто взорвался? А, так это они бахают, я забыл. У них там реакторы целые. Конечно, они бахают. Так, мне надо куда? Мне надо прямо. Ты не летишь, дура. Ты падаешь, кек. Так, а я сюда пришел или не сюда? А, нет, мне дальше надо. Так, надо как-то перепрыгнуть тут. Вот, наверное, вот здесь смогу. Да, смог. И... Ой, лентороги. О, хилка. Делаю запасы. Делаю запасы. Под запасы не делаю. Так, что, что? Направо, что? Идем направо. Лиса, здоров. Здоров, лиса! Хотя, кстати, Элой тоже похожа на лису. Рыжая, смышленая. Фыркает. Лисы же делают фыр-фыр. О, мостик. Не хочу прыгать. Особенно если есть мост. Мы же цивилизованные люди. Поэтому будем ходить там, где это положено. Так, мы сейчас дойдем до костра. Отлично, надо на нем засейвиться вообще по-хорошему. По-хорошему бы надо бы, да? И вот, да. Заодно ящик. Здоровый ящик. Здоровый костер. Так, а как тут... Куда тут? Как? Ну, по-хорошему, надо как-то вот сюда. Только что-то я не вижу, как. Тут есть вообще возможность пройти? А, вот она. Вижу возможность. И не вижу препятствий. Прыжок, прыжок, прыжок. Вообще она так залезла? Рыскари, зачем они сюда забрались?
Я бы тоже хотел это понимать, знаешь ли. Вообще странно, что она вопрос этот задала. Тут что-то что интересное есть. Может помахаться с ними тут? Не ожидал, да? Рыскарь это вообще не проблема. Был еще вовчий. Вон и рыскарь. А где он? Просрал несколько бомб. Один. Второй. Удар, а критическую атаку сделать. Так, ну вовчих надо полутать, особенно если там синий фрагмент. Ну тут нет синего фрагмента, но можно полутать. Так, шомы. Обезвреживаем всю хуйню. Да, блядь. Я же и в тех победил. Мне, в принципе, опасаться ничего не надо. Зачем же они сюда забрались? Вопросик. Могу ли я тут что-то найти? Пока непонятно. Ну тогда идем просто сюда. На обзорную точку. А тут что, что-нибудь есть? Это можно хранить. Это можно хранить. Опа. Блять, рыскарь, серьезно? Даже тут есть труп рыскаря. Везде есть труп рыскаря. Так, ладно. Наверное, на обзорной точке будет какой-то сюжетик. Тут пока только... Ага. Нужно сюда пройти. Ага. А, ну вот, собственно, я, походу, и нашел обзорную точку. Такая скала, кстати, необычная. Интересно, а тут вообще во всей этой игре делают эти вот... штуки, чтобы лазить. Машины как будто что-то защищают. Но что именно? А чё, их тут так много? Бля, ну с этим я бы не хотел махаться. Так, нам надо перейти. Опа. Костер. Бля, ну не хотел я это нажимать. Давай назад. Чё мы? Будем ли мы аккуратничать? Или пойдем как можем?
блядь, серьезно, заагрились? Сейчас перехватим вот этого молодого человека. И он объяснит всем остальным, что они, блядь, не объяснит, походу. Ебать, я ошибку допустил. Run, motherfucker, run! Блин, только бомбами защищаться сейчас получится. Блять, блять. Бля, ну я смогу только вот этим дефаться от них, без шуток. Не представляю, чем бы я еще мог тут дефаться. Да, надо было прыгать сверху. Бля, у них звуки еще такие, у этих челиков. Ну-ка, разъебем одного. Ебой. А, это не ходи. Что же они тут охраняют, ебаного? Любопытно. Любопытно. Что с ебалом, лиходей? Блин, как же его разносит? Тупо в щепки. Самое топовое, что в принципе урон от снарядов бомбочек не зависит от силы натяжения. Именно поэтому они настолько пиздатые. Типа стрелу ты можешь натянуть чуть-чуть, но вроде как меньше дамага. А то прям как хочешь. Походу мне реально надо их всех тут убить, чтобы мне можно было все исследовать. Таямба. И где ты? И кто ты? Блять. С кем-то вообще можно не поговорить? Почему вы улетаете? Да ну камон! На, попал. Попал? На! Кстати, почему я перестал пользоваться их прямой контроль? Скажешь, душочек. Бля, я на него залез прям. Сейчас сбил его. Так, чё, последний остался? Вернись, хуйсос. До него дотянуться еще. А, попал, нормально. Прям в бошку, по-моему, даже. Горит, сука. Так, а чё, он планирует вообще выходить оттуда? Так, а чё тут интересного? Элой говорит, что они тут что-то защищают. А что? Давай назад. Очередной коршун. Все, найс. Гайс, у меня все найс. Бля, ну это, конечно, кринжевато немножко. Вся эта тема, что у меня проблемы с коршунами,
Ну реально, одни из самых неприятных юнитов. Ну, буревестник тоже, но я с ними не так часто пересекаюсь, с буревестниками. Так, я так понимаю, это чуть ли не край мира. Куда нам? Эй. Вряд ли сюда. Вот сюда, ага. И вот мы наверху. Опа. Синематик. Сюжет. Буревестник. Бля, опять буревестник. Серьезно, и мне надо его победить. Ну, конечно. Сжигаем его сперва. Мне кажется, это будет рационально. Это не рационально уже. Так, бомбочками запаслись. Ебать, как хорошо попал. Бля, надо спасаться этими бомбами. Я уже сегодня сдох один раз от матриарха, не хочу повторения. Идет просто на меня и вообще похуй. Сейчас мы его кокнем. Давай, блядь, старая женщина, умирай. Что такая здоровенная машина тут делала? Отгоняла любопытных вроде меня. Надеюсь, второй такой не будет. Фу, я тоже. Мне хватило уже, блядь, ебаных сегодня этих буревестников. Бля, я даже не сюжет прохожу, а нашел контент какой-то. Хуй пойми, какой контент, конечно. Нахуя я сюда пришел? Что я хотел тут найти? Ну или точнее, что тут можно найти? Тут прям много чего на самом деле. Прям можно туда направо пиздошить и пиздошить. Но мы пойдем сейчас на обзорную точку, посмотрим, что там. Сперва. Никогда не знаешь, когда пригодится. Никогда, все верно. Иногда знаешь, а иногда не знаешь. Так, ну явно не здесь, надо идти. Что за музыка заиграла странная, первый раз такое слышу. Вот здесь вот можно подняться. А, вот, походу, обзорная точка. Теперь чё, вот сюда? Еп. Бля, я бы, конечно, пиздец, залезть в такое место. Это какие нужны сильные руки? Как
Нужно не бояться высоты. Вообще нереально. Охренеть. Шо в ящике? Всякая хуйня. Задействуем обзорную точку. Тур апокалипипец. Вот здесь я и узнал, что наступил конец света. Конец для света? Это был уже второй апокалипсис за год. Я смотрю, тут сейчас что-то активно строят. Интересно. И что же там строят? Шо, мы пойдем смотреть, что они строят? Так, ну давайте. Спускаемся вниз. Ай, блять. Ну, это бюджетная версия того спуска, который обычно происходит. Так, ну пойдемте посмотрим. Может, я какую-нибудь тайну мира сейчас узнаю. Или просто, блять, упрусь опять в потолок. Что же они тут охраняли? Только серьезные машины. Ну, типа, сперва раскари, потом и более серьезные появились. Идем по тропиночке. Ковыляем потихонечку по тропиночке. Ну, вообще, должно что-то тут быть. Раз он сказал, что там что-то строят. Может, тут что-то важное и осталось? Опа, это что? Это что такое? Это случайно не начало Forbidden West какого-нибудь, нет? Ладно, пока просто пойдем туда, куда вроде как ведут за ручку. Хотя меня сюда не за ручку привели. Я сам пришел. Ну-ка. Тут уже кто-то был явно. Раз тут столько всего построили. Логично предположить. Так. Куда я лезу? Зачем лезу? Понятно, ничего. Так, туда куда-то можно залезть. Может, я что-то пропустил? Еще тут вот есть вот такая вот штука. А как туда залезть? Вроде не за что цепляться. Да? Да, блять, опять уперся во что-то. Или вот туда надо спрыгнуть. Да, я опять не понимаю нихуя. Ну вот тут можно лазить. Может, куда-то наверх надо вправо? Или нет? Бля, не уверен. Ясно, что вот туда куда-то можно залезть. Но как? Вопросик. Может, у меня нет того, что мне сейчас нужно, чтобы туда залезть? Вообще, это было бы странно. Тут никак. Что так сложно? А, можно вниз. Слушай.
Или я тут залез? А, я тут залез, походу. Но, по-моему, мне не направо. Мне прям наверх, по-моему. Упираюсь я вот сюда. Справа больше нихуя нет. Есть только наверху. И что тут еще есть? Вроде больше нихуя полезного. Блять, да что так сложно? Не понимаю я нихуя. Не, ну правда, куда я могу тут пройти? Если сейчас я прыгну, попробую ухватиться вот за эту штуку, то скорее всего я пизданусь. Не понимаю. Ну правда, куда тут можно еще пройти? Здесь maybe как-то. Да нет, это тупо. Вот это нельзя зацепиться. Бля, опять я уперся куда-то во что-то, что не пускает меня куда-то. Причем я не знаю, куда оно меня не пускает. Сука. Так, тут нельзя двигаться. Угу. Нельзя, нельзя, нельзя. Почему ничего нельзя? Сука. Сука. Что еще может быть тут? Блин, ну что-то, что можно было бы подстрелить, такого нет. Ну, блядь, ну может сгорит что-нибудь, нет? Ничего не горит, ладно. Тогда будем думать. Будем думать, что мы умные. Но это неправда. Можно, значит, здесь обойти. В итоге прихожу я вот сюда. Ломать ничего не ломается. Как, впрочем, и сосульки эти тоже вряд ли сломаются. Вообще, туда можно было бы залезть, но почему-то не залазит. Там есть какие-то ворота на карте нарисованы. Видимо, это руины какие-то. Да, это руины. Ну как мне туда пройти? Чтобы туда пройти, надо как-то залезть. А как? Увидеть бы, где, по сути, продолжение вот именно этого маршрута. Я пока что-то не понимаю. Может, вот там надо за что-то зацепиться? Не получается ни до что зацепиться. У меня иней на ресницах. Блять. Не жалуйся. Тут не за что цепляться вообще. И что еще делать? Тут пройти нельзя. Сука. Что делать-то? Блять, это не интуитивно, нихуя непонятно. Нет, так не работает это. Реально непонятно.
как вот понять, куда мне дальше идти? Вот они ведут меня за ручку. Вот здесь. Вот здесь. Вот здесь. И чё дальше? В пропасть прыгать мне, блядь? Вот я залез. И чё дальше? Бля, можно ли тут загуглить что-то? Maybe. Я просто не хочу уйти сегодня отсюда ни с чем. Ну-ка посмотрим. Даже не знаю, как мне гуглить-то это. А, у чего тут лестница? Ну реально, у чего тут лестница? У меня нет тут лестницы. Ладно. Видать, рано пришел я сюда. Пиздец. А почему мне часто неизвестно? Ну ладно, хуй с ним, гайс. Короче, сегодня такой вот видос. В следующий раз тогда мы займемся этим котлом. Хули. Сегодня у нас лишь один сломанный утес, и нашли мы руины на севере, но не смогли в них попасть. Эх, жаль. Странное чувство, когда тебя так наебывают. Тогда бы закрыли проход сюда, в принципе, а то я и сюжетку пощупал, и все посмотрел. Ну ладно, мы, наверное, пройдем игру, а потом придем. Хуй знает. Или она не заканчивается. Короче, в какой-то момент, видимо, сюда можно прийти. Ладно, наверное, я реально рано слишком сюда пришел. Давайте сохраняемся, и мы потом в эти руины потом направимся, когда, наверное, будет это возможно. Ну а в следующий раз мы пройдем котел, и потом уже будем возьмемся за сюжетку. Я на сегодня заканчиваю, с вами был Билли Поттер. Благодарю вас за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Ну и до новых встреч, всем пока.